близится к завершению реализации европейского проекта по реконструкции транзитной магистрали А-13. И на некоторых участках улицы 18 ноября уже появилась дорожная разметка. Однако не всех она устраивает, поскольку теперь, чтобы доехать до места назначения, некоторым водителям приходится отказываться от прежнего маршрута. Например, раньше на участке пути от улицы Валкас до озера Губище повернуть налево можно было в двух местах. Сегодня поворот разрешен только возле озера Губище. Почему было принято такое решение? С этим вопросом мы обратились к руководителю управления коммунального хозяйства Айвару Пуденсу. Это все связано с целью безопасности движения. Там 4 сейчас полосы. Раньше было 2 полосы, сейчас 4. И я надеюсь, что придет такое время. Не надеюсь, а возможно, что будет так, что на нас не постановлено, а вообще левые повороты нельзя будет. Айвар Спуденс заметил, что это также поможет избежать заторов на транзитной улице, поскольку водителям больше не придется ждать, пока чья-то машина совершит левый поворот.